В ближайшие годы в России планируют создать квантовый компьютер, который будет значительно превосходить классические системы обработки информации. Об этом Дмитрию Медведеву доложил глава Росатома Алексей Лихачев. И по его мнению, такая разработка корпорации войдет в число ведущих в мире. Премьер отметил, к этой теме приковано внимание лучших научных школ. Зашла речь и о технологиях сегодняшнего дня, развитии проектов на рынке мирного атома. Невозможно также не затронуть еще одну тему, очень важную, связанную с вашей работой за границей. Я имею в виду сооружение энергоблоков на территории других стран, что с заказами в этом году. Портфель зарубежных заказов уже более 2 лет превышает цифру в 133 миллиарда долларов США. Ну и держимся за 6 миллиардов зарубежной выручки. На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено. Это 67% вообще мирового рынка зарубежного строительства. Это на самом деле такая приятная статистика. Нужно сделать все, чтобы постараться закрепить эти пропорции на будущее.